Окей, приступим к стриму. Попробуем что-нибудь нарисовать. Верно? Так, и начинаем. Я сегодня рисую на свободную тему, то есть абсолютно никакой логики в том, что я делаю, не будет. Я просто буду что-то экспериментировать, что-то рисовать for fun. Не так, как я рисую обычно, что-то, возможно, так, как я рисую обычно. И я вас надеюсь, что кому-то это будет. Ой, я выключу Telegram. И я надеюсь, что все будет пройдет хорошо и кому-то это будет полезно, потому что это будет мой первый урок, который я публикую на YouTube за долгое время. Это не урок, простите, это вообще не урок, это просто запись стрима. Я не претендую на какую-то обучающую составляющую моих стримов, потому что я сам учусь, но by the way попробую что-то нарисовать. Это, кстати, та причина, почему у меня нету музыки закадровой сейчас на стриме, по крайней мере, не должно быть, потому что я хочу, чтобы это видео было легальным на YouTube и не попало под санкции. Поэтому простите без музыки, но можете включить свою любимую музыку. Ну, я надеюсь, вы именно это и сделаете. А пока я попробую нарисовать что-то LA-вское. Что-то вроде, не знаю, что-то. Например, скейтера. Рисуем скейтеров. Я на скейте кататься не умею, а, ну, возможно, я попробую научиться хотя бы просто ездить прямо. Но со стороны это выглядит весело. Всем привет, кстати, кто пришел. Всем. Спасибо, что нашли время. Крайне насыщенно сегодня. Twitch все стримят. Время хорошее для этого. Привет, Юрий. Привет, Юра. Привет, Гаян. Привет, Катя. Привет. Спасибо. Спасибо вам. Так, что я сейчас делаю? Я пытаюсь накидать какой-то исключительно силуэт, shape. То есть абсолютно не претендуя на какую-то композицию, я просто пытаюсь попробовать сделать интересный силуэт, который будет читаться сдалека. И чтобы люди сразу понимали, что здесь происходит. Ну, допустим, в данном случае, что парень на скейте. Задача такая. Я немножко, по-моему, простыл, или у меня аллергия.
Простите. Поэтому, если я буду начихать, то не пугайтесь. И не пишите F в чат, или что-то в таком роде. Ну, помню, просто про стел. Либо это что-то более популярное нынче болезнь. Спасибо большое. Так, наш скейтбордист будет в шапочке и с патлами, естественно. Так, я отдельно накидаю бэкграунд. Опять-таки, исключительно шейпами. Так, я сделаю чуть больше пространства. Опять-таки, сейчас я уже начинаю немножко больше думать про какую-то композицию. В данном случае не претендует на какое-то правило третей, но...
Привет. Здравствуйте, Максим. Да, я сегодня крайне официальный. Я даже подумываю записать этот, ну, этот стрим выложить на YouTube потом. Поэтому я сегодня даже меньше буду материться. Чтобы рейтинг был 16+, например. Так, ты, Максим, тоже следи за речью. Здравствуйте, Константин Кек, здравствуйте. Так, я подумываю еще больше сделать пространство. Настолько я люблю рисовать environment, что не удержусь и зафигачу больше. Так, я даже не так сделал. А вот так сделаю. В данном случае я рисую немножко, ну, немножко стилизованно, поэтому если это будет выглядеть не слишком реалистично, либо будут какие-то искаженные шейпы, искаженная перспектива или что-то в таком духе, то, ну, можете считать, пожалуйста, что это так и задумано. Так, возможно, я смогу зафигачить даже какое-то дерево на задний план, чтобы сделать силуэт более. Интересно.
Или нет? Добавка в супе – это бан. Константин, это бан. Не знаю, что такое Эврика 7. Я добавить след вообще не проблема. Так, свет у нас надо будет падать примерно вот так вот. Что-то такое закатное. Поэтому сразу же накидаем. Тут я уже неправильно сделал. Окей, мне скинули ссылку. Это серф какой-то воздушный. Ну, прикольно. Ну, спасибо. Сейчас мы это сохраним. Про мех, а про шубы, что ли? Да я понял, я дурачусь. Я думаю, эти кусты тут совершенно не в тему. Пусть это будет типа пляжем. Там вдалеке будут пальмы. Это у нас превратился в пляж, и тогда можно зафигачить, пирс, допустим, Санта-Моники. Норм? Не норм? Окей, вернемся к нашим скейтерам. Я примерно накидаю какие-то валы, в общем, тона, свет, тень.
Часто шейпов начинаю. Нет, я каждый раз делаю по-разному. Но, наверное, часто. Hey, did you finish already the previous painting you were doing with girl? Actually not. No. But it's almost done, but it's like how it's usually often happens. It's so close to finish that I can't finish it because I don't know. I truly believe that I can finish it today. Maybe on another stream. Maybe after stream. But I mean, please check my Instagram for at least tomorrow. It should be posted. Вдохновился? Да, ну да, типа того. Что вижу, то и пою. В данном случае я тоже все, что рисую, это так образовательно, тренировочно. Поэтому, наверное, тематика не так важна. Поэтому, да, вдохновился окружающей средой. Sounds very cool. Yeah, thank you. I mean, сегодня без музыки, но я могу включить музыку, но как я уже говорил, я хотел опубликовать этот ролик на YouTube, поэтому, скорее всего, его там забанят, потому что из-за музыки, поэтому я не знаю, как лучше его опубликовать, либо, я не знаю, наверное, как-то можно записать видео без саундтрека, но это если мне кто-то в личку поможет, и я в следующий раз буду стримить с музыкой, но публикую без. Но я не разобрался пока как. Как разделить звуковые дорожки для записи, стрима и... Потому что я заметил, что у моих видео, которые я удаляю с... с Твича, у них в целом довольно много просмотров, и люди спрашивают, мол, типа, где можно посмотреть еще что-то, и я решил, why not? Но для этого нужно, наверное, начинать рисовать что-то с нуля, потому что это самый интересный момент, как работа начинается. Поэтому я сегодня начал короткий скетч, я его и закончу за этот стрим, то есть продолжения не будет в следующий раз будет что-то другое. Много заморочек, что тебя слышно. Are you gonna do voice over for YouTube? Actually, I'm gonna post it as is for now. Like, I'm just posted all the 2 or 3 hours. Maybe I will split it. Actually,
Did I turn on recording? Give me 1 second. Okay, I'm an idiot. I forgot to start recording. So, okay, maybe I can steal something from. It's fun. Maybe I can steal something from Twitch for beginning and then continue to do my recording. Can you, you can just download the Twitch bot. Yeah, I can. Okay, but anyway, I'm start recording. Come on, guys. I'm only human after all. Give me some chance for mistakes. Okay, anyway, I'm start recording right now. I mean, we don't lose anything. Okay, here we go again. Hey, YouTube. It's my just rough sketch, and we continue to finish it. Okay. So... Oh, gosh. Why it always happens with me? I'm gonna use my some texture brushes to do some rough color color values. I mean, if you're interested which color I'm using for painting, I mean, I can use any color. This actually don't really matter until all shapes and values are reading correctly and well. Так что, если вам интересно, какие цвета я и как я подбираю еще цвета для скетчей, то абсолютно без всякого смысла. Я просто подбираю любые цвета, которые захочу. Главное, чтобы силуэт и тон какой-то читался хорошо, верно? Так, у меня подвис Photoshop. Читался хорошо и верно, поэтому в данном случае, что хочу, то и рисую. Довольно подвисает. Я сделаю чуть меньше работу. Окей, that's better. Окей, в данном случае он очень контрастный, этот дядька, поэтому, как видно по хистограмме, он, я его сделаю, даже не знаю, что я с ним сделаю. Черные цвета плохо красятся, поэтому я его сделаю сереньким.
Did you listen music while working on the art? Sure, I'm always listening some music and some music playing right now as well. But as I said before, I turn off music for stream because I don't wanna get muted. I'm gonna record and save today's streams. But yeah, music is always on. Do you happen to have Discord server? I mean, I don't think that I have time on it. I'm sorry, but I believe if I create Discord server, it will be like totally on its own. And I mean, I just don't know what the reason. You always can, follow my Instagram, for example. I always post some updates on it. Yeah, thank you for understanding. Я хочу накидать максимально яркие цвета, потому что мне хочется, чтобы эта работа выглядела достаточно стилизованно. Я хочу, чтобы на силуэте были довольно яркие, ну, на силуэте вот этого парнишки были довольно четкие, четкое понятие, где свет, где тень, то есть четкое разделение на тона, то есть по сути будет как практически как в комиксах, будет здесь будет тень, здесь будет свет. Потом я немножко проработаю это более. Более понятно. Извините. Привет, Баш.
Так, дальше будем работать над цветами. Сейчас я хочу кое-что добавить в работу. Это фотография. Это фотография, снятая на мой телефон буквально не знаю когда. Она была снята, потому что мне нравится, как выглядит здесь дерево. Я хотел нарисовать что-то подобной текстуры. Но в данный момент я хочу просто использовать ее, эту фотографию, как какой-то... Ну, просто поиграть с текстурой и цветом. Использовать ее здесь для этой работы. Я сам не знаю, что я делаю, потому что куча вещей, которые делаю сейчас, я делаю в первый раз, поэтому это ни в коем веке ни в коем роде не пайплайн мой. Но у меня вообще нет пайплайна. Я просто рисую как получится каждый раз. Но в этом и главная радость и счастье. Какой-то цифровой иллюстрации ты можешь рисовать как. Это не типа фотобаша, это вообще не фотобаш, даже близко, даже не надежда на фотобаш, даже отсылка не фотобаш. Я просто буду использовать это как, ну, как идея для цвета и все. Я никогда не пользуюсь фотобаш, потому что я просто банально не умею это делать. Сейчас мы превратим эту работу в... Почему ничего не меняется? Ага. Теперь меняется. Кажется, собачки меня за окном гавкают.
Опять-таки, сейчас я особенно не задумываюсь на тему, какие цвета я использую, какие-то, как это все работает. Пока я больше думаю над просто, как это смотрится вместе, и просто над какими-то силуэтами, тонами и тому подобное. Ну вот для этого я сделал фотку, чтобы взять синие цвета. Ну я думал, вдруг получится прикольно, но не получилось. Я же говорю, я экспериментирую. Ну, вдруг получится сохранить фотографию, но я просто взял с нее цвета по итогу. Я же говорю, иногда получается что-то, иногда не получается. Это живой процесс. Это не эксперимент, это, ну, я не думаю, но, возможно, у вас получается не делать ни одного лишнего мазка в работе, но у меня так не выходит. Ты всегда будешь делать что-то, пытаться, ну, сделать лучше, у тебя это не получается, ты будешь стирать, ты будешь начинать заново, ты будешь делать что-то и что-то. Я не считаю это экспериментом, это что-то вроде процесса, в моем понимании. Пытаться сделать что-то, пока не получится. И ты можешь ставить фотографии и попробовать ее обрисовать, ты можешь ставить какую-то работу обрисовать, ты можешь ставить 3D-болванку обрисовать, может ничего не получиться. Возможно, я проще просто нарисовать руками, чем мучиться и что-то делать. Но я пытаюсь. И если я понял, что это не работает, это ведь тоже какой-то результат. Ты же... окей, значит... Значит, надо иначе. И чем больше ошибок ты совершаешь, тем лучше работа в итоге становится. Потому что, когда ты понимаешь, что какой-то вариант, какой-то метод в данном случае не работает, это тоже, ну, значит, ты лучше понимаешь, какой работает. Ну, и я... Ладно.
Я немножко прорисовывать, поэтому я просто добавлю что-то вроде Марио. Сейчас немножко поиграюсь, с лосом. Лосо само собой не поиграет. Я рисую только по верхней части, чтобы рисовать контуры холмов. Привет. Какой хоткей, чтобы скрыть обводку при выделении? По-моему, это Ctrl-H на винде. Ну, круто, что работает. Я вчера занимался много, видимо, переусердствовал. У меня с утра болит очень сильно плечо. Левое, правое. Рабочая рука. Просто делюсь.
Ну, конечно же, спортом. Я не могу представить, как можно рисовать. Хотя на холсте, наверное, можно рисовать так, что у тебя руку сведет. Нет, я пытался делать какой-то воркаут. Про работу в Riot можно спрашивать? Я не думаю, что я смогу много рассказать. Ну, можешь спросить. Если там какие-то общие вопросы, наверное, в этом ничего плохого нет. Я могу что-то сказать. Внезапно пропала палитра. Я пользуюсь ползунками Lab, если кому-то интересно. Чем они отличаются от каких-то более привычных палитр? Да ничем особенно, просто мне так удобнее. Если я пользуюсь ею, у меня почти не получается подобрать серые цвета. Всегда что-то максимально чистенькое. И поэтому мне это очень-очень нравится. Ну окей, я немножко увлекся с бэкграундом. Сейчас попробую нарисовать поинтереснее нашего катателя. Назовем его так. Сделаем, чтобы у него прям контрастно. Я хочу желтые кеды. У меня есть такие желтые венцы. Но я не умею кататься на скейте, но венцы желтые у меня есть. Хотя у меня оранжевые не получается. Так, давайте что-то здесь сделать центр композиции, то он будет здесь. Какой-то условно. Это не совсем по правилу третей, конечно, потому что он больше в центре получается, но если делать золотое сечение, как-то вот так, то в целом, я думаю, может сработать даже так. Я не сильно буду переживать, если он не будет так, как и задумано. Хотя даже так лучше. Только не должен упираться в этот столб. Я думаю, стоит добавить немного пространства сверху, чтобы не было так мучительно тесно. Мне нравятся такие вытянутые всегда иллюстрации. Привет, мистер стример. Имеет ли смысл начинающему художнику сразу рисовать в диджитале? Да, имеет, конечно. Я не вижу большой разницы и больших проблем, если вы будете рисовать сразу. Но я бы посоветовал все равно и хотя бы ну, скетчи делать
какой-то drawing карандашом. Вот. Но если вдруг вы начнете рисовать еще и красками, то минус, ну, вреда точно не будет, будет еще километр пользы. То есть и то, и другое. А ты по иллюстрациям работаешь в Райте? Нет, я концепт-артист. То есть я еще и концепты могу вроде как делать. А, и на машинке немножко вышиваю. Я хочу, ну, я пытаюсь добиться, чтобы у меня был довольно широкий рейндж, как у художника. Не знаю, получается ли у меня, но вроде получается. Сидя за компом, немного проблематично развивается натура. Ну так, рисуй на iPad. Рисуй по фотографиям. Я не думаю, что фотографии это зло. Рисуй по ним. Ну вот, тем более. Как ты попал в Riot, если не секрет? Ну, очень обычная история. Меня просто пригласили. И все. Я уже на тот момент был в Америке, поэтому релокация была крайне быстрая и... И спокойно. Я сразу же начал работать в офисе. Я добавлю немного ярких пятен сюда. Так, я сейчас смотрите, что сделал. Вот эта часть мне не очень нравится. Она конфликтует немножко с этим персонажем. Я хочу ее сделать более холодной. То есть пол у нас пол лава. Пол у нас холодный будет. iPad дорого, а с фото учиться зло тяжелее, чем с натуры. Я ошибаюсь, но, по-моему, это даже не вы задавали этот вопрос. Может быть, у человека есть денег столько, что он может iPad-ную фабрику купить. Не решайте за него. Кстати, как с офисом на удаленку перевели, да? А можешь, пожалуйста, сказать, как ты учил базу? Я учил базу, ну, по такому простейшему академическому методу. То есть я рисовал в традишке и рисовал обычные, ну, вы понимаете, наверное, кубы, натюрморты
и тому подобные вещи. Ну, на самом деле, я учился абсолютно совершенно рандомно, бессистемно и неправильно. То есть, наверное, вам не стоит брать с меня пример, потому что у меня не было никакого образования, к сожалению, академического, и я просто рисовал как мог. То есть я просто много рисовал. И в процессе как-то выучилось. То же самое, как я учил английский, например. Но я его не учил, он просто как-то сам выучился, потому что очень много информации было на английском, и на работе приходилось говорить по-английски, и он как-то так на фоне выучился. Но я говорю, я плохой, наверное, вам советчик. Лучше все-таки вам... Я всегда говорю, что если есть возможность пойти в учебное заведение, идите. Это всегда будет хороший способ обучаться. А не было сегодня стрима, давно не пиратствуешь, все норм. Я пиратствовал сегодня все утро, то есть я 4 часа ходил в повязке, я смотрел уроки. Я купил курс Крейга Мэлленса на скудизме и смотрел его. Я решил, что все-таки рисовать на стримах лучше без повязки, потому что я реально плохо вижу чатик. То есть мне очень тяжело. А я и так не отвлекаюсь. То есть повязка давала мне преимущество, суперсилу, то, что я не отвлекался во время работы. И, ну, сейчас это не так не актуально. Вот эта тень, она невероятно контрастная и сильная, то есть она абсолютно неадекватная. Да, то есть я очень, ну, стараюсь в последнее время очень много сам смотреть чужих стримов, чужих уроков и тому подобное. То есть я учусь гораздо больше, чем до этого, и в некотором роде то, что я рисую на стримах, иногда просто попытка закрепить что-то, ну либо просто ослабиться, почилить. А, то же самое с английским, я учил его при помощи игр и фильмов. Да, аналогично, как и все. Я, честно говоря, когда знаю людей, которые говорят, я хочу там, не знаю, уехать за границу, я учу английский и тому подобное, я всегда на это уже немножко скептически смотрю, потому что сейчас знать английский, это уже даже в резюме можно не добавлять. Это как «я умею дышать». Но это само собой разумеющаяся вещь, его, по-моему, все уже должны знать, а те, кто не знает, они, скорее всего, его тоже знают, просто не совсем даже понимают, что знают. Настолько это естественно уже что-то. Ну, опять-таки, думаю. Цветам выходит вкусно, но мы только начали. Здесь дальше будет лучше. Я, видите, уже не очень заморачиваюсь по поводу, где какой левел, где какой слой. Я просто фигачу уже все на одном слое, потому что так быстрее и потому что нет никакой ответственности за работу. То есть, если она получится плохой, ничего страшного. Потому что это скетч, я рисую что-то быстро и, ну, на идею, поэтому... Если будет как бы выглядеть немножко грязно или там накладываться будет что-то одно на другое, это абсолютно нормально. Я сейчас думаю о каких-то тонах, потому что, допустим, мне тени как будто бы сейчас разные в разных частях работы, так не должно быть, они должны быть примерно одинаковы быть. Я так развалился на кресле. Что-то давно так не рисовал.
Положение. Наверное, из больного плеча, мне так не так больно. Как говорил вопрос, это не ошибка, а happened accident. Ну. Да? Вопрос разве скажет что-то, что неправда? Когда видала там пантеон самых любимых людей человечества, ну и там Стэн Ли, Боб Росс. Единственный живой из этого списка был, по-моему, Киану Ривз. Ну, довольно справедливо. Хочется добавить немного светлых, приятных тонов. Больше хайлайтов. Бугу хайлайтов. Я специально, я отодвигаю рисунок как можно дальше, чтобы смотреть на него в общих чертах. Я просто бы даже не знаю, что долбануть. Я охренел, когда узнал, что вопрос был генерал ВВС. Ну, естественно, очевидно же. Видно, как он хорошо запоминает вид на вражеские страны сверху. Это развит глазомер и... Все остальное. Талантливые люди, они во всем талантливые. Мне хочется побольше тепленьких, синеньких таких. Ну как, тепленький, синий это холодный оттенок, конечно. Когда я начинал рисовать, что у тебя было развито? Не знаю, я когда начал рисовать, мне было года 4. Мне кажется, ничего.
Извините, я песенки подпеваю, которые вы не слышите. Так, не могу понять, в чем проблема. А, понимаю, в чем проблема. Забыл отменить выделение. Мотоциклы проезжают. Так, вот этот, ну, естественно, темноту нужно убрать. Может даже чего-нибудь интересного обыграть, каких-нибудь оттенков, цветов, чего угодно. Спокойной ночи, Гаян. А почему мы не слушаем песенки? Потому что я хочу опубликовать это видео на YouTube. И... И не хочу, чтобы меня заметили.
Как думаешь, компании вроде Riot могут после истории с коронавирусом так оставить всех на удаленке? Нет. Я не думаю, что кто-то так сможет. Даже мысль такая кому-то в голову прийти. На удаленку могут перевести людей только умирающие компании, у которых нет бюджета содержать кампус. Либо наоборот молодые. Сложно поверить, что разницы нет. А в Калифорнии официально карантин будет длиться еще до 15 мая и до дальнейших указаний. Поэтому посмотрим, что будет 15 мая. Но в любом случае, когда карантин снимут, компании же не будут сразу же всех сотрудников заводить назад в кампус. Ну, это долгий процесс. Это будет проходить постепенно. Поэтому, думаю, еще месяц мы будем дома. Примерно. Ну, это чисто мои мнения. Это никак, ни в коем духе не официальное. Я просто оптимистично через месяц. Ну, я не буду спорить с вами, я сказал свое мнение. Ну, я как бы не отрицаю того, что за аутсорсом отчасти будущее и настоящее, и все больше и больше компаний будут работать удаленно и держать своих сотрудников удаленно, но если говорить о компаниях крупных здесь, то издержки, которые приносят содержание людей в офисе, они не настолько высоки, я думаю, что из-за них полностью менять образ жизни. Ну, это исключительно мое субъективное мнение. Просто не понимаю, как вы поняли, что этой разницы нет.
Не, я обращаюсь к этому, к человеку, не комбашеру. Он написал, что офис дорого, а разницы нет. А ваш поинт я понял, да. HDRO, hello. Не, ну я уверен, что мир после карантина, после коронавируса уже не будет тем же, чем каким он был до этого. Он будет другим. Возможно, станет хуже, но он явно станет более цифровым и более удаленным. Это очевидно. Но глобальных каких-то изменений настолько я все-таки не ожидаю.
За стул. Стул старый, какой есть, икеевский, мой любимый. Я предполагаю, что солнце довольно закатное, поэтому подсвечены верхушки там зданий. Да, в этом есть смысл, то, что вы сказали про семью. А кто робот написан же Лоранта, если это не секрет? Я не знаю, может секрет. Но я не очень знаю, кто работал раньше, я знаю, кто работает сейчас. Извините, я не могу много сказать про работу, потому что я немного знаю, и никто ничего не рассказывает. Так, я начинаю
обрисовывать персонажа. Я сейчас немножко еще поработаю над шейпами. То есть я постараюсь сделать его более аккуратным и более читаемым. Ту-ту-ту. Сделаю колеса розовыми. Чем больше розового, тем лучше.
Тупой вопрос, масками не пользуешься? В наше время это очень такой многогранный вопрос. Масками для лица или масками на наложение в фотошопе? Я использую только клиппинг маск, когда ложу какой-нибудь, когда начинаю мазать поверх того, что уже есть.
Так, что у меня случилось с цветом? Так, подождите. Что произошло? Как я случайно взял... О, не знаю, как я это сделал.
Так, я хочу немножко тоном пройтись по нему, сделать тени темнее, цвета светлее. Так что немножко вот так вот. Потом буду еще раз снова кисточкой на нормале проходиться, делая все чище и красивее. Хочу отметить именно хайлайты. Мне немножко не нравится оверлей, потому что все получается слишком пережженным. Я все-таки попробую по старинке просто кисточкой пройтись. Спасибо, что все еще смотрите меня. Так. Ну, мне хочется, чтобы все-таки это немножко выглядело более художественно, естественно. Нужно все-таки больше рассчитывать на руки, мне учиться уметь ручками все делать, а не надеяться, что какой-нибудь оверлей поможет, спасет, и мама меня непременно найдет.
Как нужно избавиться от этого черного силуэта? Как? Ну можно долбануть оверлей на скейт. Теперь все-таки. Доброе утро для вас. Ну, мне где-то 2 часа дня. Ну, день. Спасибо. Вам добрый вечер. Сейчас поаккуратнее прорисовать.
У тебя бывают стримы, когда ты даешь фидбэк? Ну, еще ни разу не было, но я не против. Я специально такие не устраивал. Ну, думаю, можно как-нибудь специально так подготовиться. В принципе, если вам интересно, можете скинуть мне что-то в личку, и я на следующем стриме устрою небольшой разбор, и кто угодно может мне что-то скинуть. Ну, я, блин, если стесняюсь давать фидбэки, если кажется, что я какую-нибудь ерунду скажу, то сколько вредно будет. Но я могу попробовать. Да, Максон, ты это, будешь в приоритете. Кидай все, что есть. Это питерский акцент. Не догапывайтесь.
Если не интересно, сколько у тебя часов в Лоле или Доте? Мало, я почти не играю сейчас. Как совсем нет времени. С улицы пахнет едой. Ничего не готовится само по себе. Круто кому-то.
Кстати, Сномойка, это ведь ты мне советовал курсы Крига Маденса на скулизме, или не ты? Я уже забыл. А, спасибо большое. Я сегодня купил их. Посмотрел немножко. Да, мне понравилось, он хорошо рассказывает.
Привет, Эссэмплай. Спасибо большое. Ой, я отвлекусь на секунду. Кстати, а я вообще на тебя подписан? Аж снова, Майка. Арстахин. Филипп, вот как его зовут. Прикольно, я подпишусь. Так, дайте я на секунду встану, отойду, я съем хоть что-нибудь и вернусь через минуту буквально. Привет, ребят, снова. Болит плечо все еще. Дурацкий спорт. Одни беды от него. Я все свое детство, ну, работал на огородах и все такое. А у меня было мамы, есть сестра, у нее есть семья.
То есть моя тетя, и они жили очень богато, и по местным меркам, и, наверное, даже и по относительным меркам. И отец моего двоюродного брата запрещал ему работать где-либо руками, и он всегда говорил, что отдачи не станешь богаче, отдачи станешь горбаче. Я не знаю, зачем я сейчас это говорю, но горбатость временная у меня выработалась. Не, у меня нет проблем особых со спиной. Я просто, видимо, перестарался. Так, жалуюсь немножко. Спасибо за понимание. Упражнения нужно подбирать и делать правильно в любом случае. Даже если нет проблем со спиной, а то появятся. Ну ничего, сейчас скоро из-за коронавируса. Мой дедушка говорил, что если хочешь потратить время и деньги, вложи их в сельское хозяйство. Ну, у меня там особо выбора не было, но сейчас вот из-за эпидемии начнутся голодные бунты. Вспомните вашего дедушку. Так, но сильно затягивать не хочу, поэтому. Наушники.
Спасибо. Как всегда, хвалишь. Сейчас дорисую, закину все это на господи, на арстейшн, ага, конечно, на YouTube, буду рисовать, дорисовывать девушку, и может быть еще успею поехать на пляж, там вроде все закрыто, но там есть пару мест, может быть я даже немножко покатаюсь, у меня скейта нету, но покатаюсь на роликах, поучусь, а то я сам себя вдохновил. А зачем мне плечо? Я же ногами катаюсь. Да я ни с кем не встречусь, пока буду ехать. Я же буду ехать на велосипеде, а там... Там тоже пусто. Социальная дистанция будет. У меня пропуска нет. Тут нет пропусков на пляж. Они просто либо закрыты, либо открыты. О, ребят, вы так о мне заботитесь, о моем плечике. О, котики. Спасибо. Опасное чихание у меня сейчас было, потому что я орешки кушал, и я немножко подавился. Рисуешь, аки боженька, спасибо, спасибо. Это вы мне еще в лучшие годы не видали. Я был молод, как Макс. Горяч, красив.
Хорошо, я был молод, как когда-то Макс был молод. Сейчас мы уже оба старики. Ну, блин, как это бы не печально звучало, наверное, все-таки золотые годы Верехина — это годы облюбота. Он был максимально медийным и, по-моему, делал то, что ему прям хорошо заходило. Но это, конечно, чуть... Это не для облюбота, но все равно. Верехин CGHub.com. Да, он был хорош. Сейчас он делает что-то очень необычное.
он все равно очень крут. Как ни крути. Ушел в дальнейшую стилизацию и эстетику. Прочитал сначала экзотерику, что тоже может быть правдой. Не, он, конечно, он супер хорош. Я не могу так, как он рисует. Вообще не могу. А, ну хватит уже мучить, пора уже закругляться со всем этим. А я не думаю, что мы знаем, как Пелинг рисует. То, что он выкладывает, такое очень для себя. Я думаю, он все может рисовать, как раньше, и он, возможно, до сих пор рисует так, для работы. Просто мы не знаем. То, что он публикует, это такое, тоже эксперименты, поиски себя. Что абсолютно нормально.
Походу, землетрясение сейчас происходит в Лос-Анджелесе. Там уже чувствую толчки своей попой. Но она не сильная вроде. Так что, если что, может, меня сейчас засыпет в прямом эфире. А может и нет. Я слышу, как люди выходят из квартир, видимо, эвакуируются. А не думаю, что что-то будет плохое. Не думаю даже, что будут толчки достаточно сильные, что что-то попадает. Нет, я думаю, еще рано паниковать. Коронавирус на улице, куда пойдешь? Дома землетрясение, на улице эпидемия. Уж лучше умереть тут и не рыпаться. Ладно, хрен с ним. Пожаров. Но были в прошлом году в осенью. Нет, это было рядом. Наш район попадал под необязательную рекомендационную эвакуацию. Кстати, это одна из причин, почему я думаю, все-таки мне придется однажды купить машину. Ради вот таких вот эвакуаций. Есть сирены в доме насчет пожаров, а так смс, конечно, приходят. Есть система оповещения, когда постоянно приходят оповещения, когда что угодно, когда полиция кого-то там ищет или еще что-то, обязательно алерты приходят. Забавно, когда приходят прям всем. Ты сидишь там в комнате, где человек 20, и внезапно у всех начинает бликать телефоны, потому что всем приходят алерты. Так, ладно, что-то надоело мне мучиться с этим персонажем.
Ну да. Прикольно. Сделай перерыв еще на пару минут. Сейчас вернусь. Так, ну что ж, я уже скоро буду закругляться, потому что пора бы уже. Я еще минут 10 сейчас тут
накидываю какие-нибудь небольшие детальки и закончу. Надеюсь, это было вам интересно. Вот. Завтра буду стримить тоже. Наверное, уже новое начну что-то. Возможно, более долгое, более интересное для меня. И закончу девушку на сегодня. Публикую тоже. Вот такие планы. Ура! Вам было интересно. Я рад.
Попробую немножко автотоном долбануть. Вдруг станет лучше. Не, лучше не стало. Здесь только чуть-чуть. Можно еще немножко кривые подтянуть. Ну, немножечко. И в тенях можно почистить. До этого моего короткого, после короткого эдита. Ну что, все, хватит на сегодня. Спасибо, что были. Надеюсь, вам зашло. До завтра. Завтра также в то же самое время. Я опубликую это везде и запись постараюсь выложить на ютубе. Ссылка будет у меня в паблике ВКонтакте и, может быть, в Инстаграме. Все, всем спасибо, всем пока, хорошего окончания дня, спасибо, что были с нами, вы классные, бай-бай.